Новость менее приятная для родителей и дошкольников. С января этого года произошли изменения в оплате услуг присмотра и содержания детей в садиках. Виной всему инфляция. В целом повышение произошло в среднем на 3,5%. На сегодняшний день 8 рублей – это час пребывания ребенка в группе кратковременного содержания. 113 рублей в день, если ребенок 10,5 часов находится в образовательном учреждении. 117 рублей в день, если 10,5 часов и возраст ребенка от 3 до 7 лет. 126 рублей в день, если 12-часовое пребывание. И 133 рубля в день, если круглосуточное пребывание ребенка.